Всем добрый день, дорогие друзья. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Сегодня у нас будет насыщенный день. Нам надо на кухне вот отсюда все цветы перенести уже на улицу, потому что на улице уже тепло. Я на лето всегда выношу на улицу все цветы из дома. И перемыть окна на кухне, шторку повесить другую. Короче, работы много. Ну, а сейчас я вам покажу то, что я купила. Света тут что-то собралась опять стряпать. Она мне ничего не говорит. Говорит, увидишь, когда постряпаю. Так что будем ждать. Ладно, показываю, что купила. В магазин сходили с Егоркой. Так, ну, по мелочи купили. Поэтому смотрите. Так, что ребята купили? Купили помидоры по 95 рублей за килограмм. Потом купили огурцы по 75 рублей. Вот эти вот. Эти по 65. Последние забрала. Также три булки белого. У нас хлеб, по-моему, по 28 или по 30. Я что-то никогда на цену на хлеб не смотрю, поэтому не знаю. Потом молоко по 38 рублей. 3 литра взяла. Молоко у нас очень много уходит. Потом взяла себе кофе. Без кофе, ребята, не могу. Надо отучаться от кофе. Мне подписчица написала вместо кофе на пить зеленый чай с лимоном. Зеленый чай с лимоном обожаю, но все равно иногда очень хочется кофе. Поэтому опять купила кофе. По 109 рублей за упаковочку. Дальше потом взяла ребятишкам крекер. Они любят вот такой вот крекер соленоватый, такой вкусный. Хлеб чиабатта с сыром 33 рубля. Да, последнюю забрала. И плетенку сдобную тоже последнюю забрала. Она по 35 рублей. Вот такие вот в целом все мои покупки. Так что, если вам нравится, не забывайте ставить лайки. Пишите ваши цены или напишите, что вам интересно было бы посмотреть из магазинов каких-то, мы постараемся поснимать. Ребят, многие ругаются, что монтирование у меня не получается. Да, у меня не получается, потому что у меня что-то... Музыку я налаживаю, вывожу видео на YouTube, мне показывают, что монетизацию нельзя, хотя музыку я беру ютубовскую. Я не понимаю, в чем проблема. То у меня барахлит компьютер. Короче, у меня вообще полная. Я из-за этого расстроена очень сильно, из-за того, что у меня ничего не получается. И вообще уже не знаю. Я сегодня до 3 ночи сидела с этим видео, у меня ничего не делается. Я вообще не знаю, как мне быть. Вчера ездили в садик, засняла на экшн-камеру. У меня экшн-камера маленькая, ну, с Алиэкспресс такая. Видео с нее я не могу никак сделать на YouTube. Я не знаю, почему, но вот оно показывает, не подходит формат. И как формат менять, я тоже не знаю. И вот сейчас все пытаюсь изучить, все это сделать. И вот вообще расстроена очень сильно. И уже не знаешь, как и быть. Ну ладно, постараемся как-то что-то делать. Ребят, показываю, что мои чудо делают. Они в молчанку играют и делают алмазную мозаику. Так, я тут, мне неудобно залазить, но вот Катя свинюшку делает. Маша, поверни ко мне личиком. Вот так, Маша птичку, а Окся свою поняшку. Только она очень неровно делает и получается некрасиво. Ну, это ее первая алмазка, поэтому вот... Маша, Катя, Света. Фу, Маша, Катя, Окси. Марин, подожди, я сейчас упаду. Вот так вот они тут играют. Занимаются своими делами. Ага, давай. Ну то. Все, Окси, еще одна буква. Все, Оксана, ты Вы хотели увидеть, чем у меня дети днем занимаются? Вот, пожалуйста, вам. Они сидят на втором этаже. Это второй этаж. Пока не играем, Оксана, ты можешь говорить, ты выбрала. И вот так вот они вот делают алмазную мозаику. Девочки, вам нравятся ваши мозаики? Да, девочки, я с кем разговариваю? И тишина. Мне нравится. Да, ну ладно, делайте. У нас уже вечер, мы с мужем хотим сходить в магазин. Мне надо вот для этих штуковин купить жидкость. Ну вот каждый раз берем, и они не подходят. Каждый раз новые адаптеры покупать тоже не хочется. Поэтому с собой берем, а там померяем. Какие подойдут жидкости. Сейчас всякие есть, и бывает, что не подходят. Поэтому вот так вот. У нас дождик, ура! Маленько моросит. А что горбыль-то когда привезут? А что они так все еще не могут привезти? Тайсон, тебе хорошо, да? Ты под дождиком бегаешь, довольный. Смотри, какой.
У него питье-то хоть есть, нет? Есть питье, а? А, все понятно. Ладно, идем в магазин. О, гремит, надо было выключить все дома. Ну, по идее, мы же недолго будем ходить. Смотрите, как все небо потемнело. Вообще все потемнело. Дай бог, что все. А, не, вот с этой стороны только потемнело. Смотри, да? А остальное везде все ясное. Дай бог, чтобы дождик пролил бы. Хорошо было бы. Картошка как раз начинает только всходить. И было бы вообще классно, если дождь будет. Ладно, идем в магазин за жидкостью для фумигаторов. Так, ребят, сходили в магазин. Купили две палки колбасы. Папа может ветчину и филейную. Потом взяли помидорки по 110. В этот раз уже они помягче, чем те. И огурцы по 65. Вот такие вот огромные. Жидкости мы для фумигаторов так и не нашли. Придется где-то в городе искать. Вот такие вот все в целом покупки были. Сейчас Егорку, наверное... Ну-ка, позови Егорку. Отправим за яйцом. Вот, вот за яйцом. За картошкой и сделаем окрошку. Ребята, в оконцовке со Светой мы идем все-таки за картошкой. Гремит на улице очень сильно, потому что Егорка не хочет, у него голова болит. Поэтому он остается дома, а мы со Светой пойдем за картошкой сходим. Да пускай польет, хоть немножко посвежее на улице будет. Ой, Илья там гуляет. Сейчас я вам покажу его. Там Ильюшка ходит. Че идешь ко мне? За картошкой пойдем, поможешь нам принести домой. И что ты лицо закрыл? Я тебя даже не снимаю, я себя снимаю. Че гуляете? В такую погоду. Зашел в магазин, мы с папой стоим в магазин, зашли в магазин и тут же вышли. Пропажа. Ну, не знаю, подписчики говорят, ты у нас же пропадаешь, а не я. Потому что ты видео не хочешь сниматься, поэтому он закрывает лицо. Здравствуйте. Ладно, идем в магазин за картошкой. Илья, тебе еще сегодня поливать. Ты в курсе? Сейчас дождик начнется. Я думала, он купится на это. Ладно. Все, ребята, купили, сходили картошку, целый пакет. Сейчас придем, поставим все варить. И между тем будем заниматься другими делами. Девочки сейчас дома уборку делают опять. Вот и получается. Погода. Хоть бы дождик полил уже был. Да? Что там делаешь? Ребята, ура! Мы дождались дождика. У нас вечер и наконец-то начался дождь. Посмотрите, как красиво на улице стало вообще прям. Так светло и так дождик хорошо идет. Я довольна. Знаете чем? Что мне сегодня не придется лейки таскать и поливаться. У меня сегодня спина отдохнет. Это очень хорошо. И у нас картошка начала прорастать. И в этот момент очень важен дождик. Супер. Смотрите, какая красота. Зарево такое красивое. Вот туда не пройти мне, потому что хотела там заснять, потому что там вообще красиво. Но попробую так вот и смотреть. Вообще красота. Дождик идет. А, сейчас вся вымокну под дождь. И гремит. Слышите, погода какая? Супер. Там у меня набирается бочка с водой. Дождь хорошо прям поливает. Дай бог, пусть польет картошку. Ей как раз сейчас нужна влага, чтобы дальше расти. Ну, заодно и паласы постирают. Повесело называется. Сегодня все паласы из дома мы поубирали с девочками. И вот на постирать, помыть их. Ну, вот как раз постираются заодно уже. Но погода чудесная. Мне нравится вот такая пора, когда дождик. Да, девочки, дождались, ура! И воздух сразу свежее стал, не такой пыльный. Пишите, какая у вас погода.
Ребята, у всех уже ночь. У нас маленькие спят, а старшие вот решили поиграть в домино. Помните, у меня приходила деревянные доминошки, вот эти вот. И вот девочки играют, Света там сидит, а тут Егор. Вот видите, вы говорите мне снимать всех, как, если они не хотят. Неохота, да и все. Он человек настроения. Он когда хочет, он сам, да, Егор, снимается? Так. Пусто это, пусто-пусто, так и есть. Там есть такие пустышки. Вот, видишь, пусто. Прилаживаешь, значит, вот так вот пусто. А вы неправильно играете, вы в курсе? Неправильно. Пошли, вот все переворачиваем вот так вот, на, во-первых, на твердой поверхности. И потом брать по 6 штук. Доску принеси. Надо сначала доску принеси зеленую. Это. И вот так вот перемешивается, короче, и по 6 штук берется. И чтоб соперник твой не видел. А вы играете неправильно. Они тут сено устроили баррикады. Я сейчас тут подметала грязь. Я тебя не фоткаю, я тебе пол показываю. Выметала все. Все равно опять бардак полнейший. Надо опять в пристрое прибираться, да, Света? Машка, я говорю, опять в пристрое надо прибираться. Егор, подсказывай им здесь, как играть. Ладно, я пошла с монтажу на завтра видео. Дорогие друзья, многие спрашивают, Настя, почему у тебя редко выходят видео и почему неправильно монтажишь? У меня проблемы с телефоном. У меня не видит телефон, как она, флеш-карту, во, CD-карта, CD или флеш называется? CD-карта. Ну, CD-карта, короче, вы поняли, карту памяти он у меня не видит. И все мои видео, которые я записывала, он не видит. Я не знаю, что мне делать. Вот сегодня я сделала через провод, к компьютеру подключила. Потом через компьютер нашла эти видео, себе в ВК загрузила, с ВК перекинула смс-кой себе на телефон. С телефона скачала опять себе заново на память телефона. И вот так приходится мне каждый раз монтировать. Вы думаете, это легко? Это надо столько времени убить, чтобы скачать сначала на компьютер, потом с компьютера на телефон, потом уже только монтаж. Это весь день уходит. Я понимаю, что это мои проблемы, но просто вы тоже, знаете, как-то... Вот вы не разобравшись, вы пишите комментарии. Также вот насчет Ильи. Много комментариев, то, что вот, вы пенсию его не тратите. Извините, пожалуйста, я на продукты трачу, я ребенку одежду покупаю, я все делаю. А на что? Он мог бы прожить на свою пенсию, на эти 8 тысяч он проживет? Мы хотели, он хотел, мы нынче ему снять квартиру, попробовать, чтобы он отдельно жил. Потому что скоро он всяко-разно будет отдельно жить. Но квартира снимать 6,5 тысяч, самая дешевая квартира. И получится у него 1500 на питание. Он не проживет на эти деньги. Просто не проживет. И мы, эта идея у нас сразу отпала, потому что ну, на эту сумму просто он не проживет. Ага, работать пойдет на пилораме. Сейчас ему 18 лет, еще нет пилораме. Можно покупать по 10 рублей, потому что на работу устроится, в итоге живет как-то. Ну да, вот видите. Поэтому, и во-первых, я не обязана перед вами отчитываться, на что я трачу его на пенсию. Я трачу на нужды семьи, на нужды его, на и наши. В чем проблема, я не понимаю. Это многие семьи так делают и покупают все, что им надо. Я покупаю продукты, я покупаю одежду, я покупаю все, что им необходимо. И поэтому вот прошу сильно не критиковать. Потому что, знаете, я не понимаю вот некоторых... Вот, знаете, есть канал... Ой, я не помню, как они называются, но там парень пьяный постоянно. Ему донатит миллионами. Я донат не выставляю. Оно у меня автоматически выходит при загрузке видео. Потому что там в настройках где-то мы что-то делали, и получается, что донаты, все данные есть. Поэтому вот, не знаю уже, как это говорить, объяснять. Но вот по идее я не должна перед вами отчитываться. Это моя семья, и я покупаю все необходимое. Если бы я покупала водку литрами, вы бы тоже бы критиковали. Но я не пью, просто не пью. Поэтому я сама знаю, что моей семье надо купить, а что не надо купить.
Ну ладно, вот на этой ноте я попрощаюсь. Конечно, я знаю, что многие обидятся после такого, но... Если вам не нравится, не смотрите. Если нравится, смотрите. Я благодарна всем, кто смотрит. Очень благодарна и желаю всем здоровья и успехов. И желаю всего самого-самого хорошего. Благодарна, что вы остаетесь с нами. Ну и всем пока-пока.